Муниципальное предприятие «Водосток» Воденцова отлично знает. Оно отвечает за надлежащее состояние ливневой канализации и ямочный ремонт дорог. И с тем и с другим справляется вполне достойно. И вот теперь новое направление – ремонт дорожек из тротуарной плитки. Делать это силами собственного предприятия городскому поселению Одинцово проще и дешевле. Да и качество за сотрудниками «Водостока» можно не проверять. Репутация у них безупречная. На сегодняшний день актуально стало выщербление плиточки и замена ее на новую. Конечно же, есть участки большой площадью, которые пришли в негодность. И, естественно, небольшие участки, которые состоят из 1-2 квадратных метров. К этому бригада подготовлена, материал закуплен, техника предоставляется данной бригаде. Еще одно преимущество в создании такой ремонтной бригады в том, что в случае необходимости заменить можно даже не 1-2 квадратных метра, а 1-2 плитки. И сделать это в течение рабочего дня, от поступления заявки до выполнения ремонта. Действительно, мы говорим о ремонте. Мы не говорим об укладке плитки на новые места и вместо асфальта. Мы говорим о ремонте. А ремонт – это, естественно, более трудоемкий объем. Не все фирмы, которые занимаются тротуарной плиткой, выходят на эти работы. Бывает 10 квадратных метров надо поменять, бывает 5 метров квадратных, а бывает, что и задача стоит 2-3 плитки поменять для того, чтобы не создавать проблем гражданам при передвижении по тротуарам. Для этого и создана эта бригада, чтобы работать ежедневно, выполнять любые объемы и любые задачи по тротуарной плитке. Новая бригада «Водостока» уже успела поработать на улице маршала Жукова и Молодежной, затем перешла на Бирюзово. Общий ежегодный объем необходимых ремонтных работ в Одинцово оценивается приблизительно в 2-3 тысячи квадратных метров. Немало. Вот только разбросаны эти метры по десяткам, если не сотням адресов. Так что создание отдельной тротуарной бригады для города – дело настолько же нужное, насколько и своевременное. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».